Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарство, чтобы слегка отсрочить неизбежное. Где ты? Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао! Так, Эшли. Луи сказал, что... Я поняла. Лучше не задерживаться. Тебе понравятся мои товары. Привет. Я обновил ассортимент, друг. Куплю по высокой цене. С тобой приятно вести дела. Что, это все? Поосторожней с этой вещью. Друг, я тут всякой всячины раздобыл. Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост, друг. Ты умеешь выбирать, но оружие — это не только стрельба, это еще и перезарядка. Ты поймешь, о чем я. Возьми и это тоже. Бесплатно. Информация в наши дни тоже товар. Ты только там не убейся! За теми воротами. Чую, гостей тут встречают прохладно. Что это? Явно не для красоты. Арбалеты. Угу. Чувствую, мне там будут не рады. Час от часу не легче. Thank you.
С дороги. Так здесь принято принимать гостей. Давай! Это место. Типа древнее, но... Значит, ты выполнил просьбу. Спасибо, друг. Славно! Итак, чем я могу тебе помочь? В замке этого клоуна полно безделушек. Он же обойдется без них, правда? Приходи в любое время.
Добро пожаловать в мой замок. Я безмерно рад наконец познакомиться с вами, мистер Кеннеди. А ты вообще кто такой? Я? Прошу, зови меня Рамон. Позволь, я сразу перейду к делу. Будь добр, отдай девушку мне. Прямо сейчас. Ясно? Не, без шансов, Рамон. Обойдешься как-нибудь без девушки. Мистер Кеннеди. Как благородно. Но тем не менее, девушка достанется нам. Она станет носителем, и ваша Америка, а потом и весь мир исполнится его благодати. Ибо такова воля моего покровителя, священного владыки Сэдлера. Так что, ты нам подчинишься? Да? Нет уж! Ты все слышал. Какая жалость. Окажите нашему гостю теплый прием, раз уж он избрал смерть. Леон. Не отходи от меня. Сюда. Ага. Верю в тебя. Думаю, можно пойти сюда. Осторожно. Бедняга. Жестокая смерть.
здесь зверушек держит, что ли? Случилось. Да так. Но насчет зверушек ты была права. Ты как? В порядке. Ну, пока.
ничего. Это не боевое оружие. Просто копия. Мы же уже были здесь до этого. Мы сделали круг, что ли? Леон, что ты творишь? Даже не пытайся повторить. Я? Ну да. Спасибо. Леон, ты чего? Что на тебя нашло? Зачем ты прыгал по люстрам? Ха, тебя спросить забыл. Приветствую, мистер Кеннеди. Ты готов передать девчонку? Как же ты достал. Я взял на себя смелость подготовить для тебя развлечение. Вашему вниманию, отважный рыцарь спасает принцессу. Заперто. Страшно.
не соскучишься. Пригнись! Еще. Ну-ка. Ты хоть предупреждай меня. Круто, да? Хорош кривляться. Уйди! Что нужно.
готов. Упс. Эшли! Как ты? Все в норме, спасибо. Ура! Супер! Рано радоваться. Сюда. Ладно. Справишься? Да, справлюсь. Леон! Я прикрою. Крути! Не рискуй! Держись! Я с тобой! Эшли! Все, спускайся! Быстрей! Thank you.
Сюда! Да, да! Вроде пришли. Все в порядке? Вроде бы. Волнуйся не за нее, а за свою шкуру. Глупый ягненок. Уймись, дитя. Эшли. Черт.